суете парижского Монмартра, в ресторанах, в школах и в Кремле празднуют сейчас 8 марта. Хочется поздравить вас и мне. Не один я, мы с Мартыном вместе записали этот стих вдвоем, сидя с рюмкой в нашем мягком кресле. Жаль, что под гитару не поем. Все случится, что мы пожелаем. Волшебство не купишь за рубли. От души и сердца поздравляем и желаем счастья и любви. Много благ, здоровья и букетов, радости, добра и красоты, чтобы быстро пролетело лето и сбылись желания и мечты. Мой Мартын, волшебный пес, однако, делает счастливыми людей. С виду он, быть может, и собака, но в душе великий чародей. За весной всегда приходит лето, снятся чаще пусть цветные сны. Вам стихи читали два поэта, поздравляя с праздником весны.